В рамках 11-го фестиваля «Почетные граждане Санкт-Петербурга» прошел 7-й футбольный турнир «Кубок Кирилла Лаврова». На малой спортивной арене стадиона «Петровский» встретились 14 команд актеров театральных коллективов города. Разрешите мне от имени и по поручению члена правительства города Санкт-Петербурга, председателя комитета по физической культуре и спорту Юрия Васильевича Авдеева поздравить вас с этим замечательным праздником, праздником футбола, футбола, который очень любил Кирилл Юрьевич. И пускай победитель этого турнира будет занесен в этот замечательный кубок, который находится здесь, кубок Кирилла Лаврова. Спасибо. Очень нравится, как все это организовано. Спасибо организаторам. То, что турнир серьезный и отношение к нему соответствующее, я понял, чужой игры. Вот, услышав установку «Бить кубер» игрой, я, так, честно говоря, даже побоялся подходить во время игры с ним здороваться. Театр чуть не побоялся. Вот, до сих пор меня грозно смотрит. И я уверен, что сегодня победят сильнейшие, и все получат удовольствие. Добрый день, дорогие друзья! Видите, Господь Бог нам подарил немножко солнца, и погода вроде бы у нас хорошая. Я приветствую всех участников турнира и благодарна всем актерам, всем, кто принимает участие в сегодняшнем турнире, за такое братство, за такую солидарность, за такой прекрасный-прекрасный праздник, который вы дарите нам. И по существующей традиции мы поднимаем сегодня флаг турнира, и Костя, объявите, кто это сделает. Объявленная флага приглашается старейший футболист сборной команды Большого драматического театра Сергей Осев, аплодисменты ему! И капитан команды «Обрая трибука» Лаврова прошлого сезона Константин Дунаевский! А седьмой турнир помимо футболу на кубок Кирилла Юрьевича Лаврова объявляется открытым! Спасибо! Спасибо всем большое! Спасибо! Кубок Кирилла Лаврова прошел в сентябре 2007 года и был посвящен памяти великого актера. Кирилл Юрьевич был человеком неравнодушным к футболу, знаменитым болельщиком «Зенита» и многолетним капитаном команды Большого драматического театра имени Товстоногова. Именно его родной коллектив театра стал инициатором проведения турнира «Кубок Кирилла Лаврова». Проведение турнира дало мощный толчок для развития театрального футбола в городе. В первом турнире участвовали 5 команд. В седьмом турнире на поле Петровского вышли 14 коллективов. За 6 часов состязаний питерская погода порадовала и солнцем, и проливным дождем. Но азарт и атмосфера праздника не покидали игроков и болельщиков. В прошлых турнирах победителями становились команды театра Ленсовета, дважды Александринки, трижды молодежного театра на Фонтанке. Не беда, что не все команды сравнимы по сыгранности и подготовке, но ведь и первенство не самоцель.
Футбол как искусство, движение, энергия и здоровье, а также объединяющая идея и, конечно, дружба. Вот что стало праздником для каждого участника. Конечно, настоящие артисты не забывают о своем зрителе даже на футбольном поле. Поэтому и здесь не обошлось без импровизации. Турнира. Конечно же, несмолкаемые аплодисменты. Дочь Кирилла Лаврова, Мария Лаврова, аплодисменты ей. Сын Кирилла Юрьевича, Сергей, аплодисменты ему. Вице-президент Федерации футбола Санкт-Петербурга, Борис Борисович Вахрушев, аплодисменты ему. И от прошлого капитан питерской команды, зенитный игрок питерской команды Алексей Игорин. Мария Лаврова, команде театра комедии.